Да, объяснил. Ну, хорошо. Но на самом деле я ни на йоту на эту всю историю не надеюсь, поэтому я сейчас упоролся во всякие... Ну ладно, да. Сейчас я на стриме досмотрю. Ебать, он там... Прямо из-за хвоста такой взял, вылетел. Да. Здравствуйте, я ваша тетя. Ну, мы примерно, Алекс Верком, мы примерно такие цифры и хотели, но там взяли чуть поменьше, 250, решили, что это чуть более что-то подъемное, просто 100 рублей не имеет смысла. То есть основной референс в создании Boosty аккаунта был на AXBT. То, что типа, ребят, давайте мы будем делать честно контент, а вы нам просто честно, кто может, типа, подпишется на 250 рублей. Вот столько подписчиков, и мы решим главную нашу проблему, которая нам мешает, грубо говоря, делать контент. Но опять-таки, лично я ни на йоту не надеюсь, что появится 500 человек таких. Да и сколько нужно вложиться в аудиторию, чтобы нашлось 500 таких, которые заплатят. Поэтому я просто сейчас упоролся в заработки, очень много стараюсь в этом плане, чтобы так сказать, найти сверхприбыль, которая позволит, ну, просто перемещаться на уровень выше и менять жизнь в сторону того, чтобы можно было больше времени выделять на разработку игр. Сейчас я просто сохраняю какой-то темп, типа часик-два в день на выходных, вот сегодня 3 часа поработал спокойно. Рысь вопросов, ну да, я в принципе так примерно и хотел добиться этого момента. Я скорее просто так лениво пизжу о планах, пока... Да, ты прав, ты правильно делаешь, пока это... Пока кит играет, я просто накидываю, рассказываю про планы. Пока это стрим, так сказать, эксклюзивный контент, который больше никто никогда не увидит. И, собственно, главный потребитель этого контента, про Tom Blade, это кабачок, в общем-то. Как кабачок, да. В общем, Game Train — это изначально был проект про то, чтобы создать некие условия для работы и выработать, ну, принципы для них, чтобы... Рысь, пожелать хочется силы, чтобы твой график не пошел по одному месту. Мне надо до осени дожить. То есть мне нужно просто до осени продержаться вот в этом темпе. И все. И потом можно будет двигаться куда-то дальше. То, что работа сезонная. Ебать! Вау! Прёте, не возьмёте, суть! Спрей в пол! Спрей в пол, там еще паучки были маленькие! Ты просто кайтить перестал. А эмоции-то какие, да, Кит? Эмоции, блядь, какая это игрушка? Ну, сука, сколько от этого кайфа? 199 секунд, почти 200, почти кругленькая цифра. 250, а у тебя сменится кинжал. И на 21 748 человек я ближе к топу. Да. А сколько эмоций? Ух, хорошо-то как пошло.